Prost.
Wurst. Меня, вы знаете, заинтересовал декор на стене. Я мимо шел, я чуть раньше не обращал внимания. Ну да, на самом деле у нас многие отмечают наш, в принципе, и ремонт, это дизайнерский ремонт. В принципе, сам бренд, он из Санкт-Петербурга, у нас несколько магазинов, называется IVAR, да. Это наш самый последний магазин, самый новый, вот с таким вот интересным ремонтом, так скажем. Лофт-проект потолок, да, да. И плюс ко всему, как сказать, да, слушайте, а это натуральное дерево? Да, это натуральное дерево. Слушайте, это так брошировано или это старое такое? Как вы считаете? Я вот первый раз такое вижу. Да, как вы считаете? Ой, как здорово. Сейчас, посмотрим, может, из здания. А, это брошюра, да, вот видите, по щелям это, да. Типа, ну, обалдеть, слушайте, да, вот да, 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 а я издалека смотрю, вы знаете, вот это вот, ну, выбранные вот эти элементы, вот особенно там, как будто бы оно старое, слушайте, потрясающе. Да, ручная работа, все, да, и касса, ну, не касса, вернее, а вот стена. Ага, слушайте, я первый раз такое вижу. Я с ним хожу здесь, и сейчас вот голову поверну. Здесь только женская одежда, да? Да, да. Надо с маман идти, да? Самый лучший вариант. Смотрите, как зеркало, интересно. Слушайте, не рама, а как бы подставка, как будто бы, да? Да, подставка, да, и вот с той стороны тоже самое. Слушайте, я первый раз такое вижу. Ой, спасибо большое, что все рассказали. Да не за что, не за что. Спасибо, очень приятно. Да, заглядывайте в гости. Да, хорошо. Да, мы как раз с матерью хотим пройтись по-большому, вот, вспомнить былое, и поэтому я хочу ее куда-нибудь развеяться, чтобы она зашла, может, что-то приобретет. Ну, вот. Конечно, да, у нас прекрасные изделия, так скучно. Да, из натуральных тканей, да. Материалов. Да нет, сейчас утро, просто все спят, на самом деле здесь чуть позже будет движ, это особенность Большого проспекта, что да, да, да. Там все отходы на пятницу, бары, рестораны, да, все да. Вчера хорошо погуляли, и, в общем-то, пока что не до магазина. Да. Скажите, пожалуйста, вы сказали, это петербургский бренд? Да, или... да. А, да. Как интересно. Уже 10 лет существует. А, 10 лет? Да, конечно. Слушайте, а вот... 6 магазинов, да. А эти магазины открыты в последнее время или они давно работают? Вот этот недавно, я так понял. Вот этот год назад да. Открылся. А, да. Год назад? Ой, я невнимательный какой. Год назад. Вот, а остальные магазины, там первый магазин, он открылся в 2013 году, то есть вот как раз 10 лет назад, да. Какие-то магазины в 2017, 2018 году, в принципе, это тот самый маленький. А не... Простите, а вы не подскажете, когда заранее подготовился, а вот у меня матери за 70, а какие-то есть вещи для людей за 70, стоит что-то смотреть или нет? Так, ну смотря какой стиль, в общем-то, потому что у нас... Ну, оверсайз, вероятно, ничего обтягивающего. Ну, в общем-то, да. Такой ну, да. Джемпер, почему нет? Да, 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 да. Я думаю, что вполне себе что-нибудь. А это у вас, пардон, это вот эта фирма, да? Да, да. Очень да, мне понравилось. Конечно. Великолепно. Вот, как раз-таки у нас и представлено. А вы как-то его одели иначе? Я чуть-чуть его подвернула. А, все ясно. Мне привлекло мое внимание, что очень необычно. И у вас тоже очень мне понравилось. Хорошо, я с матерью зайду, да. Спасибо большое. Слушайте, очень прекрасно. Спасибо, взаимно, да. О, какое кресло! Слушайте, да. Чем глубже в лес, тем толще. Боже, я взгляну. Давайте, слушайте, как интересно. Слушайте, оно издали кажется, как будто бы оно либо камень, либо что-то такое, даже непонятно что. А ну, это же... Прекрасный, так он вроде бы и отличается от всего остального стиля, да. Но в то же время в общей картине прекрасно. Но он в световой такой гамме такой, легкой, да, вот он да. Сочетается, действительно. Да, и фикус, например, как раз. А это живой? Конечно, да. Не искусственный? Нет, нет. Ну, это классно. Да, да, слушайте, ну потолки бомбео вообще классно. Это просто, видите, эти балки стальные, это же особенность петроградской стороны, то, что здесь дома, они не были, скажем так, на санации, на реставрации, как центр города, ну там Невский, что там были деревянные балки, там все сносили. Да. А здесь еще все натуральное. Вот, ну, вот эти старались, и кровли и все прочее. Стилистику. Слушайте, ну молодцы, конечно, классно. Это что, тоже настоящий? Да. Как оно не погибает. У нас все цветы гибнут часто, а у нас вот все живет. Видимо, атмосфера как бы такая. Ой, как интересно. Да, да, да. Слушайте, как красиво разорвало. Угу. Прекрасно. Слушайте, ой, спасибо еще раз большое. Да, побежал. Да, да, все, да. Всего доброго, да.
Mm-hmm.